Привет всем зрителям гормонного ринга. Учусь я с ноября 2020 года. Значит, на такой вопрос, если кто-то сомневается, надо заниматься, не надо заниматься. Я, например, за себя так скажу, что жалею, что не начал раньше. Не надо бояться, не надо сомневаться, надо начинать и делать. Тем более у нас есть такое общение даже просто через гормонный рынок. Огромное общение. Это уже столько мнений выдаст тебе в твою поддержку, в любого новичка. Это однозначно. А сложно учиться или не сложно, это прежде всего терпение. Даже если вы что-то делаете и не получается, надо медленнее и продолжать. А если когда у вас начало что-то получаться, как, например, у меня. Играю, не получается. Уже играю то, что получается у меня. Вроде расслабился, отдохнул. И по новой. И только так. А гормонный рынок – это большая нам поддержка, просто поддержка. И объясняют там, и настраивают, и помогают с инструментами. Полностью давайте поддерживать гормонный рынок и в нем общаться. Всем привет и добра. Кубань всех приветствует. Хочет приобрести гармонь, как у меня, или даже лучше, все в гормонный рынок.